Стихотворение называется «Памяти мамы». Сказать, что в Рязанскую область осень пришла неожиданно, я не смогу. А новость пахнет горем невиданным. Надо смириться, наверное, не одних выселяют. Осень-то 41-го немцы к Москве подступают. Вот и подвода загружена, самое необходимое. Много осталось нужного. Ой ты, сторонка родимая! Мама слезу утирает, папа суров до дрожи. Каждый предполагает, вряд ли вернуться сможет. А мне только 6 годочков, в школу еще не ходила. И выдала смерть отсрочку, и жизнь у семьи продлила. Выгрузились под Загорском в вырытую землянку, и в городке Неброском выпала нам стоянка. Рядом с казармой прямо. Часто бывали бомбежки. Для комсостава мама готовила там кормежку. Выжили, слава Богу. Окопы спасли, наверное. Осень казалась долгой в ноябре 41-го.